Большой оперный фестиваль стартовал в Красноярске. Парад звезд в оперном «Словцов». Это 3 месяца премьер концертов и спектаклей. На красноярской сцене выступят музыканты из Большого и Мариинского театров, солисты из Армении, Монголии, Казахстана и Китая и, конечно, красноярские артисты. В ближайшие дни в программе «Вечера камерной музыки» Модеста Мусоргского 30 и 31 января в Театре оперы и балета. А открыли фестиваль гала-концертом, посвященным 180-летнему юбилею Николая Римского-Корсакова.